Так, ребята, всем привет! Моя очередная покупочка — клеевой пистолет Milwaukee 310 модель. Ну, 310 это на 310 миллилитров. Так, ну что, посмотрим внешний вид коробочки. Это у нас европеец. Американца желательно не покупать, у вас будут риски с гарантией, если у вас там что-то накроется. Ну. Покупал я тушку в Москве за 41 тысячу, с аккумулятором 155. Мне с аккумулятором не надо, потому что у меня есть шуруповерт, там у меня зарядное устройство и два аккумулятора, поэтому со своего шуруповерта я достану. Вот он, кстати, аккумулятор от моего шуруповерта. Дома у меня еще второй такой аккумулятор и зарядное устройство, ну и шуруповерт. Так, ну вот, в комплекте с пистолетом идет такая сумочка на молнии. Вот я ее уже открыл, с деки смотрел. Сумочка, кстати, неплохая такая. Здесь вот по краям каркас желтый. Жесткий каркас. Так, что у нас? Документация. Это у нас со СДЭКа. Ну вот и сам клеевой пистолет. Это вилка к нему. Так, ну и все. Здесь ничего нет. Значит, сумочку мы откладываем. Тут по идее еще ремешок должен быть, а ремешка у меня здесь нету. Ну ладно, да бог с ним. Так. Пакет выбрасываем. Ага. Так. Достаем розеточку. На этой модели я не знаю. На 12 вольт у пистолетов. У них вот эти колбы были взаимозаменяемые. Можно было поставить на 400, на 600 миллилитров. Ну, такие эти производственные, большие, куда герметик заливает. Поэтому насчет этого я не знаю. Сюда подходят эти колбы, не подходят. Продаются они. Ну, вот я розетку видел на сайте, продается она. Слушай, пластик такой клевый, как железо. А это что у нас? Сейчас, подождите, магнит возьму. Опа-на, ребята, а тут у нас, оказывается, железо. Вот это у нас железо. Хорошо. Значит, надежненько будет. Так, ну так вот оно выглядит у нас. Давайте розетку поставлю и буду крутить уже вместе
Ага, здесь неплохо бы мне вторую руку. Вон, я одной рукой сделал все. Вот такая розеточка у нас. Ну, пластик вообще классный вообще. Ну, такой добротный вообще. Сейчас. Ну, вот вот из... закрутил. Здесь у нас резина, проставочка, чтобы не корябался корпус пистолета. Это у нас резина, это пластик. Переключатель тоже пластик. Это тоже пластик. Все пластик. Так, ну вот так вот он. Выглядит. Что-то там написано. Так. Ну, вот так вот у нас выглядит. Так, все, ставим аккумулятор. Опс. У нас получается сзади. Это херовина. Сейчас. Это у нас какая скорость? А, это у нас там максимальная шестерочка. Назад отошла. Так, теперь ставим на середину и отжимаем его. Ну все, что нет, а я не могу просто одного отжал. О, все. Вот так вот. Выглядит пистолетик. В общем, дома делал ремонт. 9 метров обычно обычным пистолетом я проработал. И у меня, блин, рука отвалилась. Вообще больше я не мог работать. Ну, вот этим обычным, который. Так что... А мне там еще дофигища этих швов. У меня каркасные стены. Между стенами надо заделывать швы. Так, ну ладно, ребята. Вот все вам показал. Похвастался своей покупочкой. Все, всем пока. А, кстати, если кто в курсе насчет этой колбы, 4, на 400, на 600 миллиметров сюда ставится или не ставится, напишите мне, чтоб я так в курсях был. На 12 она точно ставилась, я видел в ютубе видосы. Ладно, все, ребята, всем пока, до новых встреч.